Так, сегодня покажу, как устанавливать моды с помощью программы в игру SpinTires. Так, скачал я данную программу, она у меня в архиве. Вот она. JSGME. Короче, так. Открываем. Сейчас я ее. Так. Вот папку эту я перетаскиваю сюда. И. Угу, вот она. Осталось. Это мы закроем сейчас. Архиватор. Так, теперь открываем эту папку, которую мы вытащили с архива. Ага, вот она. Теперь выделить нужно вот эти все файлы. Вот, выделяем. И копируем или переместим, это уже на ваше усмотрение. Нужно в папку с игрой закинуть, в корень папки. Эта папка будет SpinTires. Вот. Копируем. Выбираем место. Где у нас папка с игрой? Это у нас будет локальный диск. Программа Files 86. Дальше идет Steam. Где у нас вот Steam? Потом Steam Apps. Вот он, Steam Apps. Дальше Common. И дальше наша папка SpinTires. Вот так вот. И копируем. Все, скопировали. Теперь переходим в папку с игрой, куда мы это скопировали. Ну, у меня вот в быстром доступе здесь есть. Открываем. Вот она. Папку Mods у нас появилась. Это как раз папка, куда мы будем скидывать моды. Так, теперь вот сама программа. Ее можно на рабочий стол, наверное, перекинуть. Или создать просто ярлык. Я, наверное, ярлык создам, проверю, как будет работать. Вернее, я всегда через ярлык работаю. Саму программу я не пробовал. Ладно, создаем ярлык. Кликаем правой кнопкой на нее. Так, создать ярлык. Вот ярлык появился. Вот он. Его мы копируем. Ой, переместись на рабочий стол. Заменить. У меня, наверное, уже есть, поэтому все, закрываем. Теперь любой мод, например, карту или грузовик, нужно покажу на примере этого, как он. Карта Level 46. Почему на ней, сейчас объясню. Открываем архив. Тут папка медиа. Для этого нам нужно. А, сперва должна быть оболочка. Например, вот сейчас здесь создаем папку. Я вам сейчас объясню, как. Создаем папку. Подписываем Level 46 или как хотите подписывайте. Хоть русскими буквами, хоть английскими. Ладно, я напишу русскими. Так. Level 46. Пусть будет так. Нам без разницы, как она будет называться. И теперь уже из архива мы ее, вот эту папку медиа, надо переместить в эту папку. Вот так. Теперь проверяем, открываем. Level 46, медиа. Обязательно должна вот быть оболочка, папка оболочка. В ней уже папка медиа. Потом в этой папке
Если грузовик, тут будут все остальные файлы, там классы, текстуры. А вот карта здесь просто будет папка Levels. Ну, бывает карта со сторонними объектами, тут уже будут все остальные файлы. Короче, вот сверху путь вот так должен выглядеть. Level 46, вот сверху на панели. Потом медиа. И уже остальное. В папке медиа все остальное будет. Теперь вот эту папку Level 46, что у нас получилось, мы копируем или перемещаем в папку Mods. Я обычно перемещаю, потому что после игры, после прохождения карты, я ее просто удаляю. Она мне уже тут не нужна. И мы нажимаем переместить. Папка Mods. Выбираем в доступе здесь, который... Или просто вот так же опять. Выбираем расположение. Spintires Mods. Все. Переместить. Все, папка перемещена. Закрываем проводник. Там все, что у вас открыто. Все, что не нужно. Теперь нам нужно открыть ярлык вот этой программы самой. Открываем. Открываем. Угу. Открывается. Вот. Здесь у нас появилась наша папка Level 46. Но сейчас карта не активна. Ее нужно кликаем и стрелочку. Вот так вот. Теперь она активировалась, карта наша. И должна появиться в игре. Еще. Так, можно убрать ее на место. До лучших времен. Например, вы не хотите ее удалять, она может здесь вот лежать. В игре ее не будет, но она будет у вас в файлах. Теперь иногда вы будете нажимать вот эту кнопочку сюда вот. И она вам по-английски что-то будет писать. Там всегда жмите «Да», «Соглашайтесь» и все. Это просто у некоторых карт там или грузовиков совпадают файлы. Это получается как... с заменой. Так что вот, закрываем. Заходим в игру. В игру заходим. Угу. Вот когда видео пишу, долго открывает почему-то. Ну, шустрее. Оу, что с ней? Так, ну ладно, не суть важно. Нажимаем играть, так одиночная игра. Сейчас и проверим карту. Карта, вот она, Level 46 у нас. Вот таким макаром и добавляется. Ну все. Надеюсь, вам все понятно. До свидос.